Всем привет, меня зовут Вика, и мы с вами сегодня начинаем проходить второй эпизод игры Life is Strange 2. Я сейчас пробую записывать не на вебку, а на GoPro, потому что я не подружилась с программами и с вебкой, когда я записываю игры. Из-за этого у меня не получилось нормально записать третий эпизод «Ходячих». Я очень надеюсь, что у меня хотя бы получится записать эту игру нормально, но в любом случае я уже подстраховалась, и, возможно, у меня и так не получится, но, по крайней мере, я думаю, что процентов 80 у меня получится хотя бы без самой себя записать игру. Главное, чтобы хотя бы так было, уже пофиг на эти вебки, все такое. Вроде бы все записывается, поэтому давайте продолжим. Ой. Когда я открыла... Ладно, потом расскажу. Он эту сказку рассказывает. Forever. Вот зачем с этого начинать, это было грустно. And they had to find a new home. They started a journey through the great big forest. The wolf brothers wandered for days, nights, learning how to live on their own for the first time. They slept and lived in the backwoods among green. Кстати, красиво так сделано, типа акварель. They eventually found a peaceful orchard and were able to eat in peace. But they didn't know. Hunters tried to tie them up, but the wolf brothers managed to escape. Я сейчас испугался, но у меня игра зависла. He showed them how to survive. And helped them find a warm camp for the night. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. That's how they found themselves even further. Я ж по ним так соскучилась. The faraway land of their pop, where they hope to find peace. Еще целых 4 эпизода. Я не знаю, что за эти 4 эпизода вообще произойдет. Может произойти. Сохраненная игра из невероятных приключений Квена Призрака успешно импортирована. Эту игру я не записывала, я сама с собой играла. Что-то даже не догадалась, как это записать нашим бабушке и дедушке. Первый декабрь 2016. Это продолжение событий. Просто что-то я не помню, в каком году это все у них началось. Да, это наш пётик, наш грибочек. Кьют. Вот так интересно, уже снег успел выпасти. Что произошло за это время? И сколько времени прошло? 1 декабря там было? Я забыла уже. Ой. Где они были остальное время? Все подтормашивает. Don't brag. It was too heavy for you a few days ago. Блин, мне не нравится, что все подтормашивает. Let's try to look else. Not too heavy though. I'm a little tired. Он так изменился, он как будто он подрос. Чего такое? I'm so glad Daniel took this little girl with us. Грибочек, а чё грибочек-то хочет? I'm so glad Daniel took this little girl with us. Ой, подождите. Я что-то это... Тир. Not your usual shooting range, right?
Это тир тоже для способностей. Блин, что надо делать? Для взаимодействия. А, Е. Господи. You could try and lift mushroom. Не, не надо. I don't wanna hurt her. Yeah, yeah, you're probably right. Let's leave the puppy out of this. Так. Это слишком, мне кажется, большой будет камень. Нет? How about that one? I can do it with the small rocks, but not the big ones. You can do this. Trust me. Just relax. Focus. Они такие еще чумазенькие. I'll try. Получается, что-то получается. Офигеть. Ну все, хватит, наверное, достаточно. I did it. Молодец. Like a boss. You're getting good at this. You see that mushroom? That's the biggest rock ever. Yay. Давай, может быть, в тир. How about those cans? Can you fly them all together without dropping any? Ну, все вместе. Sure. Look. That's awesome, dude. Ну да, тут вообще ему как-то слишком просто. Come on, dude. That's just the start. Let's try something else. Cool. You're like Coach Aaron. You're my power coach. A snowball fight? Not yet. This is a new exercise, young apprentice. See if you can stop this in the air. Cool? Okay, but you better not hit me. Like that time you gave me a bruise? Serious. You won't let me, right? Try it. В смысле не кидать, что такое делать? В него, ну давай за него. О. Давай. А как силу броска? Ready? Подожди, подожди, подожди. Мне интересно силу броска. Особо не меняется. Прям в макушку. Sorry, I thought you would stop it. Ну блин, это же смешно, это же снежок. Он только зазлился, а мне смешно. Ребенку сделала больно и ржу. Давай вот так, далеко. О, нормально, нормально. I knew that you could. I've taught you well. But you, you're a master student. Hey, that still sounds nasty. You're not getting better. Макс шла кровь из носа. А он, может быть, у него тоже что-то такое? Well, нельзя же постоянно их использовать, эти способности. Can we go back now? Yeah. Let's just fill up the canteens before we head back. Oh. Oh, мне совсем не нравится, как он кашляет. Может быть, мне тут были какие-то лекарства купить. I'm fine. А вот фляги. It's just been outside for a while. Просить помочь. Here we go. The helitanker is over the wildfire zone. Get ready for water extraction. Ranger Diaz. Lazy ranger. I told you not to bust out your power whenever... Sean, the water
is fucking cold. Oops. Sorry. I said fucking. Нет, все-таки ты следи, малыш. Фильтр базар. Ну, такой песик, я прям не могу, какая прелесть. Такая зайка. А, у нас прям дом вот тут. What did you find, Shroom? Finding that house was a miracle. But I'm afraid we can't stay here much longer. Вот он такой одинокий. Чего там? Подшутить, обсудить. Hey, it's been a while since we last saw that rabbit who lives in there. Yeah. I hope it wasn't eaten by a bear or. Вы сами его хотите съесть? What's worse than a bear in Anno? I don't know. Wolves? Don't worry. We're the only wolves around. Ловушка-то для зайчика. Got an animal anyway. Sean? The family that lived here. What do you think happened to them? Может быть, переехали? Может быть, они летом сюда приезжают только. Maybe to another state. But they left all their stuff behind? I don't know, man. Maybe they live in Florida and only come here every 10 years. Maybe they got tired of these woods. Well, I'm glad they left. This is our lair now. Just, I miss my friends and my room. Я тоже, чувак. We really nailed it with this two-headed snow ogre. Так, это такой прикольный снеговик вообще. Oh my god, у него тут головы всякие. Немного стрёмненький снеговичок. Кормушка для птиц. You can't really name birds, right? Мэгги. Прикольно. Oh, you been in Hungary? Not really. Really? I'm getting hungry. Кресло. Again? You eat like a bear, but you don't gain any weight. I work it off. А можно... Чего можно сделать? Ой. Крыть собачкой можно. Hey, Inanno. Shroom needs some exercise too, right? Yeah. Beware of the flying stick. А куда он убежал-то? Ничего нет, случайно. Может, мы сможем порисовать, посидеть? Старое каноэ. Ого. I went canoeing with Dad on Wenatchee River once. Видно, тут летом прикольно. We had so much fun. Ой, прикольно, красиво. Так, наверное, тут ничего не будет. Чего такое? Ты уже поиграл с собакой? Опять-таки хочется походить и ничего не упустить. О, за нами такие следы прикольные. Блин, такая прикольная атмосфера. Замерзает. Да, сейчас. Daniel helped me slice wood by holding the logs with his power. Pretty useful. Блин, мне кажется, лучше не злоупотреблять. О, еще одна ловушка. Yep. Now me tonight. Now. I think we're covered for tonight. Старая игрушка какая-то. How old are these kids today? А, это такая... Такая тележечка. Hey, maybe we could have another dog. Ну, конечно. So we can keep mushroom company. Oh, that'd be so cool. Runaway millennials. Что-то Шон и... Part-time four squatters at your service. Шон и Дэниел. No, thanks. I don't need a third puppy right now. Keep out. Sorry, guys. Волки внутри. Прикольно придумали. Не знаю, действенно ли это. Блин, мне игра подтормаживает. Мне, короче, писала... Я запустила игру, мне писал то, что у меня фрап скрашнулся. Но я вроде проверила, вроде все работает. Вот будет лол, если не будет работать. Сесть, сидеть не надо. Цветочки можем посадить. Блин, чувак, shut up, просто shut up. Все, идем. Холодно. We had to use Daniel's
gift to break in. Ого. Даже такое может. Блин, мне кажется, такие двери стеклянные вообще должно быть холодно в доме. Ну, тепло, мне кажется, должно как-то поменьше сохраняться. Cold. Don't worry. We'll make a fire. We're pros now. Dude, that cough doesn't sound too good. Nah, I'm okay. Ты всегда так говоришь. You kicked ass today. Генерал, может, у него какое-то воспаление легких или что-то еще? I did. That was so cool. It's getting easier every day. Это хорошо, но ты давай не злоупотребляй. О, уже. This is a haunted house. More like, uh-oh, it's time to go over the rules. I told you about showing off. I was just... Whatever. Dude, I know the rules. Let's find out. What's the first one? Hide your power. If you spin one plate in a diner, what happens? People will freak out. And when people freak, what do? They call the cops. Exactly. The second rule is... Don't, never talk about it. Wow. Nice, Daniel. Because that's usually the hardest rule for you. Shut up. And the final rule? I know. Come on. You can do it. Okay. Avoid danger? Run from danger. This is the most important one. You know why? I don't know. I mean, with my power, I can help us. Только в крайнем случае. Only as a total last resort. How will I know that? If there's any other way of helping, do that first. Maybe if I had used it before, Dad might still. Ну ты же не знал тогда о нем, не надо об этом думать. Не мог. Не должен был оставлять тебя одного. Daniel, you didn't even know. Вот, да, об этом я и говорила. That shit. На одной волне с ним почти. Look what happened to the policeman. Maybe this power is a curse. Or может быть. Something. Я вот думаю, что может быть она что-то опасное очень сильно принесет. We had no clue what happened. Вот, и поэтому особо надо не баловаться с ней. Тем более под очень сильными эмоциями. О, пожалуйста, перестань. Don't worry, mushroom. I'm okay. She must be hungry. What about you? I'm always hungry. Let's go back. Просто мой муд всегда. I'll make us some dinner. Yeah. Before she eats us. Так. Миска наполнить. На скором есть? Hey, Shroom. You thirsty? А, водичка только есть, да? Good girl. Cute. А вот тут семья. Oh. Don't blame him. Это он сделал? Открытка. Poor guy. I guess kids have to grow up anyway, right? Там в Майами все дела, скучаю. Метла. Пачка сигарет. Здесь ты ничего не делаешь? Какой-то ты наркоман, я прям не могу. Слушай, гуманись. Старый телефон. Ты пил вот эту гадость, боже. Feels almost good to be cut off from everything. Так, разбитая рама, дверь, туалет, рюкзак.
Развести огонь в печи. Ну подожди, мы сейчас просто смотрим, что тут Hello, есть. Motel room, so... Лекарства. No way I can give any of these to Daniel. Почему? Too risky. Блин. Pro tip. Always boil the water. Unless you want Daniel spraying nasty things on both ends. Ведро. Once you get used to squatting, it's not so bad. Сохнущая одежда. Feels weird to loot other people's clothes, but we need the warmth. Можно добавить воды. Hey, I put some clean water in the bathroom, so you can wash a little. Мне кажется, так холодно. Я, блин, сижу в футболке, я обычно дома в свитере, и мне такое прохладненько это. No и даже чуть как будто ощущается, что там так тоже прохладненько. We're lucky he didn't blow up the house. Ого. This is rank. Sharing with Daniel was the worst. Так, кружка. Kind of weird to use stranger stuff every day, but not like we have a choice. Grab your pop. I hate it when I hear Daniel crying at night. I can't do shit. Куртка, доска. Прикольно, типа, какие он предметы мог поднять. Первый урок, это еще бутылка, палочки, листики, камешки, большой камень, снежки. Прикольно. Так, давай развести огонь. Я думаю, ничего интересного там не будет, я надеюсь на этом. Здесь пусть потеплее. Не то, что у меня дома. Упс. Чё? Where did I put my lighter? Спички. Спички. Подушка для грибочков. Marshall clung to Daniel on the first nights. But now she loves her bed by the fire. Aww. Может быть, в рюкзаке Дэниела. High school feels so far away now. У него много шишек. Милый. Daniel needs a doggo friend. Так. А где, может, в куртке? We scored with these clothes. Plus five street cred. Пачка сигарет, ля-ля-ля. Ой. Can't believe how much Daniel's powers have improved. Это ты делаешь? Thanks, Hank. А, это который мы украли. Палатку. Письмо, книга, зажигалка. This thing has saved our ass. Зажигалка или спички? Once again, time to get warm. Газеты. Of course. He's the town fucking hero now. Герой? Беглецы напали на местного героя. Ну блин, ну как их можно винить? Понимаю, почему такие How люди злые? Ну, бомбит. Wonder where Brody is now. Броди? Шон, я говорю, что лучше... А. No internet. И карандашки. Used to ink, so this will be different. Старое радио. Окей, ладно. Ой. I have time to learn. Ничего интересного. Поэтому... Я надеюсь, что ничего интересного. Поэтому... Хотя я всегда так говорю, а потом жалею. О, блин, у меня значок. Я не это его не нашла. Просто typical me. Так. Here we go. Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. Даже комикс есть. Неплохо живем для беглецов-то. Блин, мне так нравится анимация огоньков. Прям вообще не могу. Такая она прикольная. Какая-то такая интересная. Так, дальше, что нам?
Guess it's time to start cooking. Yum. Too bad I can't make a pizza fly to us. Да, только вот... Start Daniel's delivery service. А, вот еда. Что же выбрать? Жестяную банку или жестяную банку? Давайте с верхней полки возьмем. Better talk to Daniel after dinner. Hey, what are you cooking? Oh, I'm sorry. Here's your menu choices. Ravioli or ravioli? Okay. Это ravioli? So tired of eating the same shit. I just want one slice of pizza. Так, а что тебе надо? Еще достать? Нет, не надо. Графия папы. Обсудить? He looks so serious on this picture. I still can't believe he's gone. I miss him so much, it hurts, Sean. I know, Daniel. Блин, нам надо достать наверняку тебе открывашку. I do it too. Okay. Все обсудить? Dude, you'll be moving cars around in no time if you keep improving like that. Really did so? Well, that'd be a bad idea, but you sure? This room is fucking cold, so Ой. We put everything we didn't need in it and keep it closed. Well, that'd be a bad idea, but Я пытаюсь найти открывал. Sure и что нужно? I think we'd know it by this thing is strong as a rock. Ой, можно использовать как-нибудь там? Нет, нельзя? Я не знаю. Значит, чистую кастрюлю. А, чистую кастрюлю. Не вижу, не открываешь чистую кастрюлю, ничего. Ну, маленький, бедненький. Так, печь, подушка, кружка. Может быть тут? Мы типа ее мыли, нет? Ведро. А вот кастрюля. Daniel needs to eat something after all that psychic crap. It's warming up. Feels so good. Приготовить ужин. Вкусненький ужин. Like in Seattle. Remember? Of course I remember. We always got sick on s'mores and ruined the toilet. Yeah. I missed that time. I know. Чего такое маленькое? Чего? Как-то запищало. Дрессировать. Не-не-не. Это типа готовится? Чуть-чуть, да? Что там? Приготовить ужин. Ну, наверное, готовится. Мы, наверное, что-то еще можем посмотреть, пока походить. Но вот мы не смотрели. Вот это вот осмотреть. Что у него там такое, какое-то прям убежище. No way, I'm touching that. Ew. Доска для рисования. Daniel loves his brand new tablet. Кстати, плеер даже есть. Он работает? Наверное, нет. Так. Плакаты. Плакаты. Что тут еще есть? Радио не работает? But at least we got some news. И чё? Чё в новостях говорят? Так, окей. Какая-то еще рама разбита. Yep. No more indoor training sessions. А, это они дома тренировались? Ничего, не приготовилось еще? О, подать ужин. Okay, dinner's ready. Ой. Интересно, что случится?
Что, равиоли звучит вкусно. Это лучше, чем ничего. This is real food. It's better than nothing. I'm just tired of the same thing. Did you want it, mushroom? Ну это же лучше, чем не кушать, блин, ну чего ты не... Совсем уж разленился. Приятного аппетита. Bon appetit, mushroom. Man, she loves this stuff. Не могу смотреть, как он мучается. Sorry, I'm cool. Hold on. I need to show you something. Okay. Okay. Gotta show him the map. I think I left it with my books. Я в своей книжке. Какую карту? Nothing here. Хотел сказать то, что... Блин. What did you do with the map? What do you mean? You know what I mean. Where's the map that was with my stuff? Или он куда-то её потерял с своими способностями. Sorry, Sean. Ага, окей. Хотела сказать то, что интересно, что случится, потому что они же потом окажутся в каком-то нормальном доме, судя по трейлеру и по капитану Спириту. О, привет. Вот, передвинуть. Okay, come on, doggy. И кажется, мне вот сюда ничего не предвещало, беды. After all I've done for you. А потом случается какая-то хрень. Really? Страшно. Okay, mushroom. Thank you. I get it. Какое миленькое. Вот тут вот нашли. Time to play dead dog. Мне аж страшно. Какой-то рисуночек. Вау. Это ты нарисовал? Блин, очень классно. Реально. Sean, there's someone at the door. What the? When did he show up? I don't know. I just saw him now. Sean. Mother. Daniel. Got you. Я испугалась сама. Не будем на него орать, yeah. Конечно. Okay. Good job. Пипец. Я сама, я очень сильно испугалась. Okay. Это выглядело реально очень стрёмно. I think it's time for us to hit the road. You're not getting better. Mm-hmm. We're almost out of supplies. No. Что нет? I'm okay. It's just a cough. Yeah, a bad cough that won't go away. Ты именно, его надо лечить. Trust me, Daniel. You need some medicine. Look. Here. Beaver Creek? What's that? That's where Karen's parents... Our grandparents live. Okay. So what? So we can go there and... К бабушке, к дедушке? Help us. Why do you always force us to run, Sean? Окей, ладно. Потом. What if they don't like me? В смысле? Their family, понравишься, right? Ты такой миленький. Plus they always for what Karen... For what mom did. А, они так маму называют. It would be cool to spend Christmas with our grandparents. Man, they're gonna love you. Grandpa's super cool and... I'm sure you guys will be best buds. Well, okay, but Mushroom has to agree too. She's part of the team. How do you say it, girl? It's daily, okay, when? Tomorrow.
The sooner the better. We have a long road ahead. We should do something fun for our last night here. How about a game of dice? If I win, I get the draw on your backpack. You know I'm gonna win and draw a dick on your bag, right? I don't think so, loser. Party time. Party time. Okay. Ready to lose, Captain? Watch your butt, matey. Будем играть? Бросок, сделать бросок. Here we go. Just need a 6, a 5, and a 4. Oh, shit. No crew. А что выпало? I need a ship. Give me a 6. Still incomplete? Jeez. Sounds like a no score. А что значит кораблем сделать? Что значит сделать кораблем? Я вообще не понимаю. Давайте сделаем кораблем, окей. А, окей, сделать бросок. This is my last chance. Don't fail me. Yay. No full ship. No score. Your turn, lover. Oh yeah. Понятно, все со мной, ничего не поняла. Все поняла в самом конце уже, когда поздно, как обычно. I need a captain. Come on. Here you go, captain. Так быстро. Come on, give me something, anything. Phew, it was a close one. Нормально. My turn now. Be ready to lose. Can I get something better this time? Все равно не совсем понимаю смысл игры. Nothing? Ничего. Are you kidding me? Doesn't smell good for you. Блин. What the hell? А чего? У нас же есть пятерка. А, сначала нужна шестерка, типа, да? А потом уже пятерка и четверка. This is my last chance. Don't fail me. Yay. No full ship. No score. Your turn, lover. Это веселье. Уху! Yes! Офигеть. Ему везет. Ну, правильно, ты игра на везение. Ну, понятно, что мы уже проиграли. Можно уже просто сразу сдаться и все. Мы можем скипнуть игру, она какая-то скучная чуть-чуть. Скучная, потому что она ничего не выпадает. А, все, да? You know what it means? Yeah, okay. You want it. Here's my bag. Let's see. Да ладно. Наоборот, прикольно, что-то там нарисовать. На рюкзаке. What do you think? What do you think? Is that mushroom? Yes. Cute. I know I'm not as good as you, but... Все равно очень мило. It's really cool, dude. Да. Thanks. So, let's do another one? Ой, уже поздно. Не it's bedtime. Gotta get up early. I'm gonna finish my comic book. Okay. She has to pee. Okay, okay. I'll take her out for a walk. Блин. Блин, мне страшно. Smoke. Gross. You're right. Don't smoke. But it's our last night, so we can конечно, конечно. All right, all right. I heard you the first time, dude. Мне страшно стало.
Я должна бояться или нет, я не понимаю. Просто когда ночь, лес, какие-то там что-то воет, там какие-то медведи, собака куда-то побежала, если мы их не найдем, а если что-то случится. Очень страшно. Курение вредит вашему здоровью. Пожалуйста, не смотрите на этого мальчика и не повторяйте за ним. Надеюсь, я приняла все меры, чтобы мое видео не заблокировали. Ой, ну вроде там бесится собака, вроде все умиротворенное. Не люблю ночь, поэтому не знаю, как это. Постоянно, когда ночь, особенно в играх или в фильмах, обязательно что-то страшное случается, поэтому... Хотя вроде обстановка спокойная, но мне не совсем спокойно. Бедный чувак. Такой потрёпанный весь. Конечно. Блин, ему жалко. Не передается это по наследству. Не знаю, хорошо это или плохо, но... Ой. Правила. Угу. Которые наверняка будут благополучно нарушены. Нагулялся. Маленький. Ты Костя такой миленький. Ты собачка миленькая. И Дэнни он такой миленький. Кстати, не знаю, насколько это сейчас в тему будет. Я не договорила. По-моему, я это начинала говорить, и я не договорила в самом начале видео. Что когда открываешь страницу в магазине вот эпизодов, там такое предупреждение, что сцены насилия, что-то такое, типа 18+. Я такая, чё? Какой-то сексуальный контент. И просто я такая, блин, прям очень заинтриговала. Такой вот игре, казалось бы, где главный герой ребенок, такое может быть. Ну хотя вот этот, он не ребенок, и понятное дело, может быть, с ним что-то будет связано такое непристойное. Ну, посмотрим. Все, у нас утро, новый день. И на этом видео первая серия заканчивается. Пока все очень спокойно, и меня это очень сильно настораживает. Реально, очень страшно. Надеюсь, что видео вам понравилось. И хоть оно было и спокойное, но все равно оно такое было какое-то такое атмосферное, душевненькое. Ну и понятное дело, прям чувствуется, что дальше будет очень жестко. И дальше будет только самое интересное. Всякие интересные знакомства, которые мне не терпится, чтобы они наступили. Еще раз я надеюсь, что вам понравилось это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!